Ну а мы вновь приветствуем наших зрителей, дорогие друзья, которые следят за проектом «Сбросить лишнее». И вот наша еще одна очередная участница, которая тоже достойна ваших аплодисментов, достойна ваших голосов, ну и, конечно же, достойна вашего внимания. Как вас зовут? Анна. Анна, почему вы не говорите полностью, как вас зовут? Вот до вас все приходили. Анна Владимировна. Ну и возраст назовете? 41. Ну зачем вы об этом сказали? Я просто спросил. С чего вдруг решили принять участие в нашем проекте? Что вас сподвигло? Не хотелось. То есть до этого не хотелось, а оттуда резко захотелось? Да. Каких результатов хотите достигнуть? Ну, в идеале похудеть на 30 килограмм. Это в идеале. Хорошо, а минимальная планка? Ну, хотя бы 20. Ну, для меня тоже обычная лестница мой враг. Вот-вот-вот, одеться проблема тоже. Одеть там брюки, какие-то колготки, это вообще трэш. А вы не думали, что когда вы сбросите 30 килограмм, вы не остановитесь и скажете, хочу еще, 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 и потом, не дай бог, анорексия? Ой, да нет, не грозит, точно.